В Гомеле же сегодня весь день слышен звон колоколов. Благодатный огонь возят на передвижной звоннице. Необычный крестный ход проходит по главным улицам областного центра. Звон колоколов оповещает гомельчан и гостей города о величайшем для христиан событии – воскресении Христа. Сегодня у звонницы 20 остановок, во время которых люди зажигают свечи от благодатного огня, от гроба Господня. Его доставили из Иерусалима. Традиции уже несколько лет. До 8 вечера колокольня объедет весь город и побывает в каждом православном храме. Интересно и ярко, потому что всем нам нужна вера. Вера в чудо. Самое главное – это в Господа Бога, который нам приносит не только радость и счастье, а самое главное – приносит то надежду в лучшее будущее. Я надеюсь, что люди в радости своих сердец в воскресенье Христово принимают этот благодатный огонь и радуются вместе со Христом о Его воскресении. Всех с Пасхой Христовой! Христос воскресе! На протяжении всего маршрута передвижную звонницу сопровождают экипажи ГАИ. Для Беларуси она уникальна, вес более 500 килограммов. Когда-то была изготовлена на пожертвование жителей.